Добрый день, друзья! Меня зовут Юлия, и сегодня я познакомлю вас с рекламой и объявлениями. Открыт набор на подготовительные курсы в магистратуру Тюменского государственного университета по новым направлениям. Психологическое консультирование, психология и управление человеческими ресурсами. Справки и запись на курсы по адресу город Тюмень, улица Ленина, 25, техноцентр ТюмГУ, кабинет 108, телефоны 640134 или 640103. Выпускников ТюмГУ, бакалавров и специалистов приглашают на интенсивные курсы по поступлению в магистратуру. Направление подготовки – юриспруденция, экономика, менеджмент. Курсы пройдут с 7 по 14 июля. Их проводят разработчики тестов для вступительных экзаменов. Стоимость обучения – 10 тысяч рублей. По окончании выдается свидетельство ТюмГУ установленного образца. За дополнительной информацией обращаться по адресу улица Ленина, 25, техноцентр ТюмГУ, кабинет 108. Телефон для справок 640134 или 640103. Выпускники Тюменского госуниверситета могут принять участие в 4-м конкурсе выпускных квалификационных работ. К участию приглашаются выпускники 2014 года, специалисты, бакалавры, магистры высших учебных заведений, получившие первое высшее образование по специальностям стандартизация сертификации, стандартизация метрологии, управление качеством. Конкурс проводится в период с 1 августа по 1 декабря 2014 года. Подробная информация о конкурсе дипломных проектов размещена на сайте rostechcert.ru. В Институте дистанционного образования Тюменского госуниверситета можно получить высшее и второе высшее образование без отрыва от занятий и работы. В 2014 году в Институте дистанционного образования ТюмГУ ведется набор по следующим направлениям подготовки: таможенное дело, квалификация специалист, государственное и муниципальное управление, менеджмент, педагогическое образование, прикладная информатика, сервис, туризм, управление качеством, управление персоналом, экономика, юриспруденция. Дополнительная информация на сайте distance.ru и по телефону 45 55 87 45 50 79. В Тюмени открыта мультимедийная выставка «Православная Русь. Моя история. Романовы», посвященная 400-летию легендарного царского дома. С момента основания города более 16 августейших особ посетили Тюмень, в их числе Николай II, с семьей на пути в Екатеринбург. Поэтому не случайно, что первый русский город на Урале первым принимает у себя выставку вслед за Москвой и Санкт-Петербургом. Повествование о великой российской истории расположено на 2500 квадратных метрах и представлено посредством более 300 мультимедийных носителей, в том числе сенсорных экранов, 50-дюймовых плазм, лайтбоксов, планшетных компьютеров с интерактивными викторинами и познавательными приложениями, разработанными специально для выставки, а также коротких и увлекательных фильмов, рассказывающих об основных вехах в жизни российского государства. Выставка-инсталляция «Романовы. Моя история» будет работать в Тюмени до 6 июля по адресу улица Севастопольская, 12, здание Тюменской ярмарки. Вход бесплатный. В Центре лингвистического образования ТюмГУ каждый желающий может получить второе высшее образование по направлению «Лингвистика. Профиль перевод и переводоведение». А студенты 2-3 курсов могут получить диплом о профессиональной переподготовке по программе «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». Прием документов до 20 августа. Начало занятий 10 сентября. Центр находится по адресу улица Республики, 9, аудитория 210 и 414. Вопросы можно задать по телефону 46 13 81. Заказать рекламу и подать объявление вы можете по телефону 54 20 12. В завершение сегодняшнего блока рекламы и объявления хочу напомнить слова французского писателя Франсуа Рабле. Каждый человек стоит ровно столько, во сколько он себя оценивает. Всего вам самого лучшего!